Учебный год для отличников традиционно заканчивается не выпускным балом, а встречей с губернатором. В этом году приглашенных в правительство много, как никогда. 45 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Михаил Мейн традиционно пожелал выпускникам счастливого плавания и отметил, что во взрослой жизни их ждет еще много серьезных испытаний. Пройдут годы, и вы будете отвечать за все то, что происходит в Ивановской области и в целом в Российской Федерации, как сегодня наше поколение отвечает за то, что происходит в нашей родине и на нашей малой родине. Первые лица региона сулили вчерашним школьникам в будущем хорошую карьеру на почетных должностях региона. Главная задача для местных властей – сделать область привлекательной для молодежи, чтобы кадры не утекали. Даша Вавилова – одна из четырех ивановцев, которые сдали на высший балл сразу два экзамена. Ей покорились русский и математика. Несмотря на любовь к малой родине, поступать она будет в столичный вуз. Я знаю и знала в тот момент о том, что такая паника из-за появившихся КИМов и ответов на ЕГЭ, но на меня это никак не подействовало. Я абсолютно объективно считаю свои результаты честными и результаты всех моих знакомых. Я думаю, результаты всех тех, кто здесь сегодня присутствует. Поэтому, я думаю, у всех, и у меня в том числе, есть большая, хорошая возможность поступить в желаемые вузы. Ну, лично я хочу поступить в Москву, в Высшую школу экономики. Золотая молодежь губернатора порадовала. Каждый и поэт, и танцор, и спортсмен. Михаил Мень выразил желание увидеть золотых медалистов еще раз, но уже в качестве отличников вузов. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.